Всем привет, с вами Кенни, и это Трансформеры. В общем, пока у нас загрузка, я хотел бы вам рассказать. Я поиграл, и, в общем, я прокачался, открыл, значит, что-то типа, ну, не типа, ладно, а воины в сети, то есть нападение на других игроков. Также я прошел кампанию до конца, получил Оптимуса Прайма, прокачал базу, только что завершил улучшение шаттла, и... Проблема в том, что я запускал запись, но она вот тупо взяла и слетела. Просто слетела. Вот тупо сама выключилась. И все. Ну, в общем, я на запись поставил улучшение пушки. Сейчас мы уже закончили. Так, вот он, Оптимус. И повторюсь, запись слетела. Я зачем куплю вот эти кибермонеты? Я хочу, значит, открыть... Вот, что. Кристалл Бластер один. Последний день я куплю его. И на оставшиеся монеты эти покупать по одному вот этому премиум кристаллу. Потому что, ну, на 10 меня явно не хватит. Хотя, кто знает. В общем, все, что хотел, все сказал. И я хотел накопить энергону чуть-чуть. Поэтому идем в войны по сети. В общем, теперь у нас 4 трансформера наш. Автобота может поместиться в отряде шаттли. И, собственно, вот 300 очков чего? Мощи у нас, силы. И это очень много. Вот против нас мегабот 79. Это реальный чувак. Надеюсь, у него база вот как у... Как я встречал у большинства игроков. А, нет, этот всё-таки умнее. Так, Оптимус, кстати, заметьте, это другой класс. Так, я туда случайно тыкну. Придётся мне всех описать. И... на вот эту, ладно. Так, на эту оглушаем. Так... Оптимус, если вот он нападает, да, на что-то, он ведет за собой всех ботов. И, кстати, есть ускорение. Раньше я об этом не знал. Но в обучении мне сказали про это. Так, все, центр мы сломали. Повышаем уровень. Битфайр. Оптимус Прайм самый сильный, тем более еще и 2 звезды у него. Так, и Сильвербот. Но Сильвербот мой любимчик. Он как бы быстрый, и у него класс вот этот самолетик. Он мощный. Но он, правда, мало хп у него. Так, соберем ресурсики. И думаю... А, сейчас. О! Построили мы, короче, турельку. А, нет, это не за турель дали мне. Сейчас за турель монетки. Раз. Забираем. Все, и надо штаб 4-го левела. Ну, не, монеты здесь изи зарабатываются. Вот это мы, кстати, выполним. Раступитесь с лаги. Мы это очень легко вырубим. Ой, вырубим. Выполним. Так, и идем в битву уже на кампанию. Я тут один бой уже сыграл, чтобы как бы не с самого начала. Ну, вообще там обычный бой как бы. Так, перезарядились наши автобуты и идем в бой. Начало поисков. Вот, в принципе, можно чисто кампанию проходить, ну, потому что здесь как бы и ресурсов много. Ну, хотя медали этих не дают. Так, Айронхед. Сканирование местности Мелоди определило, что в этой локации, возможно, может находиться первая часть карты. Джетфайр. Часть карты скрыта глубоко под землей. Десептиконы уже что-то монтируют. Ага, ролики на YouTube. Это создает много помех. Оптимус Прайм. Первым делом мы выпроводим десептиконов.
мы не можем позволить им заполучить первую часть карты. Вот долгие диалоги, я, наверное, не буду читать, я просто нажму, там, кому надо, кто прочитает на паузе, а потом уже, собственно, короче, кому надо, тот прочитает на паузе. И здесь я уже вижу тактику. В общем, сюда все встанет. И берем нашего прайма. А, блин, здесь далеко бежать. А, сейчас отменим. Они пойдут. Так, сейчас прайм подойдет. Быстрее подходи. Вот туда. И все за ним, короче. А вот эту я отгрушу, чтобы она особо не мешала. Маркира, она мощная. А! Это мы сейчас того сильвербота потеряли. Айронхайда потеряли. Блин, ну супер. Нет. Ой. Блин, это плохая тактика получается. Значит, надо... Блин, а как надо-то тогда? А, это повтор. В смысле? Я думал, в смысле, по-другому. В смысле. Говорю, конечно, бред. Ну, хотя логично, 10 часов. Точнее, 22. Ну, 10 часов 20 минут записываю. Так. Там что-то вот, ну, вообще сейчас не повезло. Надо, короче, подумать тактику, но, блин, убиваем мортиру, тогда кокают наших всех. Ну, тем более, еще и заряд. В общем, если мы не убиваем мортиру, то мортира убивает... Хотя нет, мортира не такая скорострельная. Она, может, и не убивает тогда. Надо сейчас, короче, так, ждем Джетфайра. Надо сейчас будет попробовать. У меня вот как раз идея возникла. Ну, многие, наверное, так и на первой атаке подумали, зачем я, типа, на мортиру полез одну. Надо было мне вот туда. О, кстати, ресурсы я все-таки забрал. Видать, раз как бы уже меньше, значит, я часть заграбил. И осталась только эта часть. Это... Так, ну и опять же, кому надо, кто прочитает. Точнее, тот прочитает. Я просто буду так вот давать пару секунд. О, Гримлок еще. Пропустил все самое интересное. Будет. Так, в общем, сейчас что я хочу сделать. Мы, значит, берем и вот просто что? Ставим всех одну точку. И вот так вот на пушку. А вон ту... Чтобы тянет... А, это вот... Ну, как его... Оглушить. Так, пока она оглушена, мы, собственно, убиваем. Оглушаем ее еще раз. Быстро. И... Все, она сейчас оптимус, правда, умрет. Но, тем не менее, мы забираем штаб. Все-таки надо было так делать раньше. Так. Я пропускаю, но я все-таки даю хоть какое-то время, чтобы можно было вставить. Так, может бота, да-да-да, прокачка. Так, ну, я думаю, до конца пройдем, если... Если мы где-нибудь зафейлим... Две пытки я себе дам лично. Вот. Ну, так-то по сути три было. Потому что я сейчас зафейлил уже. Поэтому и. Короче, если я проиграл два раза еще, то уже закончим на этом ролик. А если я не проиграю, то уже будем доходить до конца. И. А, мне уже здесь так-то не хватает мощи отряда. Ладно, в общем. Как перезарядятся наши автоботы, я, собственно, сейчас. Лагает.
Короче, как перезарядиться нашей работы, я, собственно, продолжу. Так, одна секунда, и в бой. Идем в бой. В принципе, быстро перезаряжаются. Я считаю, только нажал паузу, и тут же через 10, может, 5 секунд заряд уже полный. Так, и, ну, слушайте. Тут, ну, я даже не знаю. А хотя нет, походу знаю. Значит, туда всех, короче. Они сейчас пойдут на центральное то вот здание. Ну, вообще это не центральное. Но они, в общем, туда пойдут, накопят энергии побольше на атаку. И мы спецприемами, назовем это так, ворвемся. Сначала на мортиру, и потом вон туда вот. А уже, блядь. Все, пошла атака. Так, их я оглушил. Мортиру уничтожаем. А, разделились боты. Зачем? Уничтожай, уничтожай. Ломай. Ну, ускорение. Ну, это фейл. Я. Так. Наши автоботы зарядились. Идем в бой. И, блин, это, походу, последняя попытка. Если я сейчас не прослову, то все, собственно, придется заканчивать. Но чтобы выпуск не был, ну, как выпуск, серия. Да, скорее всего. Лучше сказать серией. Точнее, назвать это серией. Я пойду, наверное, досыграю один, может... Нет, скорее всего, один бой в войне. В битве, короче, кости. Так, в общем, выходим. Так вот назад. Так, идем. И потом такие... А, ну сейчас они стенки подолгут. Так. Мортиру кокнули. А, ну все. Блин. Блин, просто не хватает мощи мне. Отряда. Подыхают первыми наши самолеты. Скажем так. Тогда я не знаю. Я, собственно, говорил, что пойду по сети. Так вот, идем. Сыграем сложную. И можно будет закончить. Я не знаю. Через 4 дня я тогда буду открывать пак, который стоит 600. И еще и к этому, точнее, к нему вдобавок. Паки за 450. Если вообще я накоплю. Ну, как бы, по крайней мере, на 1450 и на 1600 мне хватает уже. Так, тем временем Оптимус зарядился. Ежедневный кристалл, кстати, там может тоже выпасть мне перс. И тогда уже я, блин, не знаю, придется качать мой шаттл, чтобы 5 автоботов ставить. Есть, конечно... О, почти максимальная награда попалась. Одна, правда, медалька, но это прям мало, очень мало. Так, но база нифиговая такая. Хорошо. Я уже знаю, как я здесь делаю. Короче, берем нашего
Айронхайда. Идем, идем таки. А, не бери на себя урон. Вот так вот прорываемся. От этого оглушаем. Все, Айронхайд берет на себя урон. Мы в это время заходим почему. Так, вот эту вот фокаем пушку. А, все, уже главным зданием фокнули. Ну, блин, быстрый бой такой. Jetfire апнули левел. Сейчас 7, походу. Должны сохранить. Оптимус, да, апнули левел. 7, короче. По сути. А, нет. Silverbolt и Ironhide так и остались. На 8 левеле. Ну, Silverbolt на 7. Фух. Идем за грузочку. Заберем. Ресы, и надо что-то качать. Требуется район 4. Давайте, в принципе, что-нибудь прокачать такого. Склад. Да, в принципе, склад. Или же оборона. Нет, в принципе, давайте склад прокачаем. Склад чего только? Сплавов или... Энергона. Ну, мне энергона хватает, поэтому вот так. Хотя, в принципе, давайте энергон тоже. Все нужно в хозяйстве. Ну, в общем-то, такой вот, ну, не сказать коротенький, средний, в принципе, у нас, средняя, точнее, серия у нас получилась. И, в принципе, все. С вами был Кенни, всем удачи, всем пока.